Пара Уртада и Адриа Диас, испанцы. Один из испанцев сегодня уже показал феерию с акселем в 2,5 оборота и с одним четверным прыжком в одну калитку выиграл у Муры и Меньшова короткую программу и уверенно лидирует. И имя этому испанцу – чемпион Европы Хавьер Фернандес, который, безусловно, должен быть на домашнем финале Гран-при. Пока смотрим за танцорами. Красавцы же, а? Сара Уртада и Адриа Диас прибавляют от сезона к сезону. И в этом дуэте можно сказать, что редчайший случай, когда гармонично сходятся представители столичного Мадрида. Это Сара Уртада и уроженец гордой столицы Каталонии, почти ставший независимой, Адриа Диас, он из Барселоны. Представляете, что творится в этом дуэте, когда они наблюдают футбольный Эль-Классико? Сара кричит Криштиану, на что Адриа отвечает не только Месси, ну и, может быть, даже кусают друг друга партнеры, в случае, если им не нравится результат. Пока очень достойное выступление, очень красивое катание. Конечно, исключительно арбитрам судить о технической составляющей этого дуэта, но в том, что касается, что называется, экстерьера, конечно, не может быть ни малейших сомнений. Ни малейших сомнений лично у меня в том, что это хорошо, это красиво, это здорово. А звучание «Кастаньет», оно, безусловно, только добавляет колорита этому танцу.
каждым новым сезоном все выше поднимаются Саро и Адрио. В частности, в прошлом сезоне они впервые попали в десятку сильнейших на европейском первенстве, добрались до 16-го места на чемпионате мира, ну и достойно представляли свою страну на Олимпийских играх в Сочи, где заняли 13-е место. Обойдя, в частности, и Викторию Синицыну с Русланом Жиганшиным, и Изабеллу Тобиус с Дэвисом Стагненусом, и Карон Джонс, и Гуньяр Фабри, и Александру Пол, Мичела Ислама. В общем, многие оказались позади этого испанского дуэта. Прилично такое расхождение на твизлах у этих спортсменов, но обратите внимание, все что-то придумывают в нынешнем сезоне. Степан Новобукин в пистолетике твизлы крутит, Уртада Диас тоже некие новшества вносит. В общем, сезон обещает быть интересным. 52,43 балла – это побольше, чем у катавшихся первыми канадцев, и потому Уртада Диас выходит сейчас в лидеры соревнований. Сара и Адриана смотрят в первую очередь.